Думаешь, чем меня очередной раз озадачить? Да? Стены рисуй. Поймешь, что желтенькая эта лавочка? Да. Нет. Лавочка. Баня, короче. Жена думает, что я баню сейчас начну строить. Как это так, Леша? Да. Мы тут стоим над дельбисом. Помыться, это уже надо, да? Да уже озеро оттаяло нормально, сейчас тепло будет. Она уже почти. Руку уже не холодно опускать за сетями. Теплоковрик подключен, жрачка есть, брудер работает. Постепенно регулирую температуру, чтобы они не в куче, пап, не торчали, вот не по углам не разбегались. Я вот думаю, может теплоковрик убрать. Вдруг жарко. Снизу трогаешь картонку, она как бы жарковатая. Они буквально вот несколько минут назад вот тут вот все сидели. То есть явно было жарко. Практически выключил лампу. Пойду доделывать, значит, этот печку для мангала, для казана. И надо искать китайский этот термометр. Я их штуки 3 заказывал, но ни в одном из них у меня не было батареек, по-моему. Надо поискать. И вот если поставить, слышите, вот один из них начинает завывать. Во, вот так вот. Все засыпают, один начинает пикать. Я вспомнил это с многолетнего назад опыта, то есть лет 5 назад мы только заводили их. Тоже они были днем, были в доме. Один начинает пикать. Сейчас вот. Вроде молчат. Ну, есть такой завывающий. Они все время разные, конечно. О, вот типа такого. Надо, наверное, камеру поставить айпишную внутрь. И хай фигачит. Либо на видео, либо на YouTube без записи. Если интернет выдержит. Во-во-во, вот так вот начинает один. Все спят, все вот в лёжку спят вот ровным слоем. Один пиликает полночи. Я уже забыл все, какая должна быть температура снизу, когда я сверху, вентиляция. Сколько у них должен свет гореть, сколько им давать пожрать, ну, бодрствовать. Сколько они бодрствуют, столько они жрут. Им в начале самого вот этом 5 дней, самый опасный период, у них до 14 дней, когда начинается выход пера большого. Это сейчас пушок, а то когда выход пера начинается, вот самый опасный период. Может не хватить кальция, это будет очень печально, они на ноги могут упасть. Утята-то нет, они дышат, это опасная штука. Ладно, пойду. Я же купил краску эту черную эмаль. Надо будет покрасить еще сегодня.